46 НПФ вошли в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. В Москве с 1 июля 2016 года в систему гарантирования прав застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию вошло 46 негосударственных пенсионных фондов, в которых сформировано 1989 миллиарда рублей пенсионных накоплений, 29 миллионов застрахованных лиц, заключивших договора об обязательном пенсионном страховании с указанными фондами. Напоминаем, по состоянию на 1 января 2014 года на дату вступления в силу федерального закона 422 ФЗ о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений в сегменте обязательного пенсионного страхования работало 89 НПФ. Система гарантирования прав застрахованных лиц действует в России с 1 января 2015 года. Негосударственные пенсионные фонды, принявшие решение об участии в системе гарантирования до 31 декабря 2015 года, имели право представить в Банк России ходатайство о внесении заключения об их соответствии требованиям и участию в системе гарантирования. Система гарантирования создана в целях обеспечения прав и законных интересов застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации и установления ответственности всех участников рынка обязательного пенсионного страхования за сохранность средств пенсионных накоплений. Для этого в агентстве по страхованию вкладов создан фонд гарантирования пенсионных накоплений, куда все пенсионные фонды, участники системы гарантирования, отчисляют ежегодные взносы. Из этих средств при наступлении гарантийного случая, аннулирования лицензии НПФ или недостаточности средств у страховщика на день, с которого застрахованному лицу устанавливается выплата за счет средств пенсионных накоплений и другое, агентство по страхованию вкладов возмещает недостаток средств пенсионных накоплений. Кроме того, в системе гарантирования предусмотрено формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию фондам, участникам для восполнения недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованному лицу при наступлении гарантийных случаев, предусмотренных федеральным законом номер 422 ФЗ.